Ребята, всем приветы! Ух, ребята, кажется, начался снег. Смотрите, небо затянуло серыми тучами, нужно быстренько садиться в автомобиль. Только вот автомобиля поблизости вообще нету, ребята. Представляете? Ух, внизу, конечно, высоковато, и внизу автомобилей нету свободных. Все какие-то ездят тачки, но не моих друзей. Ну, ребята, я позвонил своим товарищам, они говорят: дружище, ты знаешь, сегодня поменялась очень сильно погода. Ой, ты боже мой, есть, ребята, вы видели, что делается? Я допрыгнул туда на такую огромную высоту, практически чуть-чуть оставалось, чтобы это сам не получилось, но тут раз, и я заскочил. Просто класс. Это просто невероятно, ребята, классно. Фух, ух ты. Да тут, ребята, машин этих, о-хо-хо-хо-хо, и спортивные, какие-то раритетные. Вот это, ребята, подогнали, конечно. Ну что, ребята, давайте мы сейчас выберем с вами какую-то супер-мега-крутую тачку и отправимся в супер-веселое приключение. Ребята, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, обязательно, очень вас прошу. И тогда у меня, может быть, вырастет на голове немножечко волос, а то что-то вообще лысел, ребята. Гоняю на тачках без крыши, и волосы все поулетали. Даже пушка нету. Представляете, ребята? Вот это да. Спасибо вам огромное, ребята, за лайки и за то, что не забывайте подписываться. А я, ребята, себе сейчас возьму и выберу очень какую-то крутую тачку. Да. Старенькую, конечно, не хочется, а вот желтенькую, ребята, я себе спортивную тачку выбрал бы. Ух, какая же она крутая, ребята. Сейчас мы ее с вами и опробуем. Так, сух, ребята, смотрите, фух, как по крышечке-то горят, дымят, ребятки. Ох, вот это скоростуха. Ну что, ребята, давайте мы жмем педалечку в полик и посмотрим, на что же эта тачка способна. Так, ребятки, аккуратно разгоняемся. Ух ты, боже мой, ребята, занесло, что-то меня несет-то, ого-гошеньки, го-го. Фух, вау, это что за крыши такие, не понял. Вы видели, ребята, там крыши каких-то тачек пролетели, а это что, тачки какие-то непонятные, тачки-невидимки, что ли? Я такого еще, честно говоря, ребята, не видел. Ха, вот это да. Давайте мы, ребята, подтопим немножко. Ох ты, боже мой. Действительно, сколько у тебя железная. А что, ребята, приходится, да, вжимать просто педаль в полик до самого конца, чтобы, ребята, ой-ой-ой, чтобы их немножечко сместить. Фух. Боже мой, как эти тачки, ребята, вы видели? Как эти вообще тачки ездят, я не пойму. Ух ты. А это что такое? Смотрите, ребята, прыгают. О-хо-хо. Боже мой, еще одна тачка, ребята. Смотрите, прям подо мной едет. Видите это? Какие-то тачки-невидимки, что ли? Ох, чувак, ты как тут проехал вообще? Ребята, вы это видите? Фух, смотрите, что делается. Вот это да, я такого еще, честно говоря, не видел. Как они вообще это делают? Просто-напросто ездят, грузовик вообще вылетел под низу. Эй, чувак! Вот это да, ребят, это просто какая-то фантастика. Как эти тачки вообще выезжают? Я, честно говоря, не знаю, там, ух ты, еще одни тачки. Ребята, смотрите, как прыгают. Как, не знаю, как это назвать, но это так прикольно, а ну-ка. И мою тачку, смотрите, ребята, начинают вот. Боже мой, автобус тут тоже появился, ребята. Как они это делают? Где взять, я не знаю, где такое свойство есть. Или это может быть, где-то обучаются этому. Если вы знаете, ребята, обязательно напишите мне об этом. И я тоже хочу так научиться. Смотрите, еще один грузовик просто оттуда вылетел. Обалдеть, ребята. Я такого еще, честно говоря, не видел. Два целых грузовика, ребята. Автобус. И все эти тачки просто выехали снизу, да, ребят? Под низом. Как они это сделали, не знаю. Фу, может быть, какой-то портал, что ли, есть? Ну, не могу сказать, ребят. Честно говоря, первый раз такую какую-то аномальную штуку вижу. Это прикольно. Так, не, ну здесь понятно, здесь тачки, в принципе, проехать могут. Вау! Как же быстро они делают это. И здесь, ребята, тоже пол какой-то прозрачный, полуневидимый, я не знаю. Ха, здесь тоже, ребята, ездят, чисто одна крыша какая-то торчит. И не смотрите, ребята, оно проезжают. Сейчас мы посмотрим, как будет проезжать грузовик, а ну, ребятки. Так, давай, малыш, давай. Нет, больше не едет, ребята. А при мне он застрял, и все, дальше он не едет. Другие тачки, может быть, едут, а при мне вот что-то не получается. А, нет, ребят, смотрите, едет. Вы представляете, ребята, он едет. Вы только на это посмотрите. Вот, чувак едет. И торчит одна просто крыша. Ох ты, как он стрибает, ребята, смотрите. Боже мой, что делать? Что он стрибает-то, ребята, смотрите, как кузнечик какой-то. Привет, дружище. Да, вот это дружок сегодня погонял, конечно. К таким кручениям, ребята, он был точно не готов. Ну ладно, поехали, ребята, поехали, подтопим немножко газку. Вау, ого-гошеньки, ого, какие тут самоли. Вау, слушайте, я на этом самоле хочу полетать, ребятки. Это будет вообще крутецки. Сейчас мы, ребяточки, опробуем, что это за самолетик с таким красным красивым цветом. Все как я люблю.
Так, сейчас мы, ребяточки, на нем погоняем. Так, ух ты, боже мой, там тачки стоят, хотя бы не зацепить, ух. Так, ребята, взлетаем. Ух ты, зацепил я немножечко, ребята, светофор. Но все нормально, ничего не дымит, слава богу, двигатели в норме, и мы летим прямо к своей цели. Так, уху. Ребята, просто посмотрите, как же это круто. Там, где мои товарищи. Просто класс. Ого, ребята, видали, как пролетел наш дружба-гоблин? Вот это да, какой молодец. Слушайте, так, ох, не боже. Ой, что-то я спотыкнулся, ребята. Ох, боже мой, моя ножка. Как пролетел этот наш дружба-гоблин, ребята, на этом самолете? А это же что-то нечто. Как он это сделал? Эти что, антенки прозрачные, что ли? Я, честно говоря, думал, что они... это самое. Да, ребята, смотрите, хоть и нет у меня. Они действительно прозрачные, и это как бы телепорт какой-то, боже, что ли. Ребята, может, действительно здесь нужно постоять немножко и меня телепортируют куда-то? Нет, что-то не телепортируют никуда. Ну и ладно. Вон оно что, ребята, а это антенны какие-то... Не знаю, как их назвать. Антенны 5D, что ли? Они типа есть, ребята, но их в одно же время нету. Прикольно, слушайте, вообще класс. Да, ребята, да, очень, конечно, крутые тачки эти спортивные. Я тоже не знаю, можно было, конечно, проехаться на старом тачке оранжевеньким цветом. Но что-то она мне не нравится, ребята. Я лучше возьму спортивку. Но спортивная тачка совсем другое дело. Правильно же, ребят? Кто захочет ездить на обычных тачках? А вот спортивная, вот это дело. Просто классно. Боже, ребят, обожайте таблички, все штучки, дрючки, кубики, лайки, шмайки. Вот это да. Ух ты, там еще тачка, ребята, видали? Там тачка поехала под дну. Берс. Круто, круто. Кстати, с альбуха получилось. Вот так, ребята, разгоняемся, держим с вами пульс. Ух ты, руку на пульсе. Вау. Там даже еще тачки едут. Как они это делают, я, конечно, не знаю. Но, походу, как-то делают. Вау. А что, здесь можно прямо поехать? Ребята, ну давайте проедемся. Куда же ведет эта дорога? Ух ты, походу, ребята, в кафешку. А кафешка? Хорошо, кафешечку я люблю, ребята. Ух ты, стоять, что тут дальше? Ой-ой, чувак, извини, пожалуйста. Что-то я промазал. Так, ребята, походу, что-то я не туда еду, наверное. Да. Продолжается наше приключение, ребята, вон туда. А я, походу, не сюда повернул. Ну ладно, сейчас мы развернемся, ребята, и все с вами быстренько поправим. Так. Все, ребята. Вау, чувак, куда он поворачивает-то? Так, ребята, аккуратно. Все, здесь нужно притормозить. Хотя, ребят, можно проходить прямо. Тут куча мячей разных, очень многих, разных цветных. Ой-ой-ой, боже мой, опять здесь, ребята, стал подбираться эти тачки. Че никак они тут это делают, смотрите. Кто прыгает, кто еще что-то? А ну, может, меня подкинет, ребята, ну сейчас. Нет, к сожалению, ребята, меня не подкидывает. Но тачки как-то смотрите, они просто выскакивают с-под низа, ребята. Это ведь как грибы какие-то. Действительно, как грибочки. Видишь, сегодня что там, да, желтая тачка. Смотрите, ребят, прыгает себе желтая тачка. Все окей, а потом сейчас как грибок прыг и выпрыгивает. Во, банзай. Боже мой, сколько же там машин, ребята. Я, честно говоря, не знаю, но походу их там очень-таки много. Давай-давай-давай, успели. Есть, ребята, успели здесь. Успели там. Уху! Боже, здесь даже самоли какие-то есть, ребята, крутые. Но это что-то желтое мне не очень нравится. Может быть, какой-то другим цветом есть. Сейчас мы, ребяточки, с вами это посмотрим. Ох, ребят, да вы только посмотрите. Ха. Здесь их вообще два. И давайте возьмем вот оранжевенький, вот это совсем другое дело. Ну, что-то желтый мне не нравится, а вот оранжевый. Оранжевый цвет самый крутой. Ну, как по мне. Может, кому-то нравится зеленый цвет, там кому-то синий. А мне нравится оранжевый, ребята. Он очень веселый цвет. Так, только вот как это самое, как тут въехать? Боже мой, здесь тачек сколько, ребята? Так, нужно постараться, постараться. Фух, есть, ребята, взлетели. Уху, взлетели мы, ребята. Есть, победа. Вот это полет. Слушайте, так можно к своим товарищам даже прилететь. Так, кстати. Ой-ой, ребят, там прямо по курсу здания. Так, главное, аккуратно бежать. Так, выравниваем наш самоль. Вот, отлично, ребята. Так, приготовились. Выпрыгиваем! Ух ты! Вот так, ребята, немножечко встанем. Фух, круто! Вот это было приземление. О, ребята, привет! Не понял, Соник, а ты откуда взялся?
Да ребята, ху, я на самоле летел и спрыгнул, прям летел над вами. А, так это твой самоль был? Конечно. Слушай, круто. Так, ну что, ребят, тачки вообще под... просто улетно. Так что выбирайте... Я вам посоветую, ребята, все-таки спортивные тачки. Вот эти старенькие, они, ну, как какой-то трактор едут. Медленные и не очень так интересно. А спортивные, это просто класс. Так что, Рыжик, бери свою тачку и газуй на спортивке. Ну, раз ты говоришь спортивку, иначе я возьму. Стой, Рыжик, это моя зеленая тачка. Это самое, ну, дружище, ну дай мне зеленую тачку спортивную. Слушай, это мои зеленые тачки, твоя желтая. Где твой дел? Не помню. А где моя делась желтая тачка? Соник, это ты брал? Это самое, я, чё? Ну так ты молодец. Рекомендуешь сам тачки, а сам у меня спёр. Прости, дружище. Прости. Ладно, поеду на своей желтой тачке. На обычной. Спасибо тебе, Микки, ты настоящий друг. Не, ну а чё, я тоже хочу на спортивной. Ладно, ребята, я не обижаюсь на вас. Ну, хотя бы, ребята, на этой тачке тоже, но ох ты ж, боже мой. Кстати, ребята, здесь какая-то стоит синяя кнопочка, написана буква N. Хм, мне вот интересно, что она означает, ребята? Давайте, может быть, мы с вами проэкспериментируем? Так, ну вот только для начала нужно выехать на нормальную трассу. О, отлично. Все, ребята. Так, прогреем с вами покрышки. Ну и чё? Давайте, ребята, поехали. И теперь нажмем синенькую буковку N. Хм, что же это такое? Ух ты, ребята, смотрите, что делается. Вот эта скоростука. Боже мой, так, притормаживаем. Ребята, вы видели, что делается? Вот это да, боже мой. Ух ты, это что, чувак? А, ребята, я вообще думал, что это за тачка такая. Едет один, смотрите, чувак в сиденье сидит. А это, оказывается, ребята, тачка. Вот это да, ребята, здесь, оказывается, смотрите, какая супер, супер нетрука. Главное, на встречку, ребята, не на это самое, не наехать. Ух, ух ты, боже мой, видали, ребята, проехал, отлично. Так, просто классно, ребята, вот это поездка, так поездка. Слушайте, мне такая поездочка очень нравится, ребята. Только что-то тачку немножко занесло, ладно. Выворачиваем. Ух, ребята, держим нашу тачку, что-то ее несет какая, как какую-то корову по льду. Так, все, малыш, а так отлично выровняли. И теперь, ребята, последний, ух ты, последний прыжок и практически... Ну что, нормально, ребят, на колеса стали уже, хорошо. Я думаю, сейчас как вылетим, все нормально. Тачки-то здесь, конечно, смотрю, вылетают. Вот, ребята. Просто класс. Ух ты, тут даже, ребята, самоли есть желтым цветом. Зеленым. Ух ты. Вот это мне, конечно, нравится, ребята. Обожаю эти самоли. Вау, здесь... Ребята, да он же стоит красной тачкой моего дружбана. Вот гад, вот она, ребята. А я-то думаю, где же она делась-то? Вот она стоит. Это Соник, ребята. Так стоп, Соник на красной или на какой тачке ехал? Я, конечно, не понимаю. Девушка, это ваша тачка? Нет, кот, это не моя тачка. Значит, это Соник. А Соник, походу, ехал на красной тачке. Ребята, он на красной ехал или нет? Я, честно говоря, не помню. Если помните, напишите, пожалуйста, а то что-то у меня склероз. Ну ладно. Так, не будем отвлекаться, ребята. Сейчас мы сядем в этот турбосамолетик. Так. И готовимся ко взлету. Готовимся, ребята. Так, боже мой, здесь, конечно, много знаков разных, ребята. Я, конечно, надеюсь, что они не будут помехой. Вот так, отлично. И фух, ребята, взлетели. Да. Это победа, ребята. У-у-у. Кстати, здесь, ребята, есть очень интересная штука, такая как нитро. Да, ребята, в самолях этих тоже предусмотрена эта функция. Для того, чтобы делать турбоускорение, я вам сейчас это все покажу. И, кстати, сейчас я пролечу, ребята, над своими друзьями. Так, кстати, кто там остался? Фу, видали, как ребята это сделал? Ух ты, здесь вообще дирижабль. Вау, видали, как мы близко над него пролетели. И солнышко даже скоро будет, ребята, все погода просто наладится со временем. Это будет круто на самом деле, потому что что-то один снег идет. Вау! Смотрите, ребята, даже вертоль, видали? А ну-ка, сейчас мы быстренько постараемся догнать. Кстати, куда он пролетел-то хоть? Что-то его не вижу, ребят. Это самоль нам не надо. А куда вертик улетел, а? Ух, ребята, какой разгон, слушайте, вообще капец. Фух, ну что, ребятки, ладно, полетел я к своим товарищам. Ребята, не забывайте, пожалуйста, поддержать нас пальчиком вверх, это внизу под видео, и также подписаться. Спасибо за это, просто преогромнейшее. А мы с вами не прощаемся, кстати, ребята, смотрите видосики на вашем экране. Всем спасибо, всем пока.